Чувашии продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках проекта на территории республики не только ремонтируются и строятся автомобильные магистрали, но и появляются новые остановки и павильоны. Подробнее об изменениях на дорогах в нашем сюжете. Поселок Сосновка растянулся вдоль Волги. Транспортные остановки в начале и конце. Дойти до них не всегда под силу мамам с маленькими детьми, пожилым. Да и сами места для ожидания автобуса или маршрутки уже давно не соответствовали стандартам безопасности. Было очень неудобно. Когда их не было, было очень неудобно. Создание придорожной инфраструктуры – одна из целей национального проекта. Подрядчик оборудовал на автомобильной дороге «Вятка», идущей через поселок Сосновка, две остановочные площадки, павильоны и пешеходный переход. Проект стоил весь 1 603 000 рублей. Финансирование происходит из республиканского и федерального бюджета. Удобство сразу же оценили местные жители. Не надо под дождем и снегом, иногда и по грязи, добираться до дальней остановки. Построили замечательные остановки довольно быстро. Вот теперь пользуемся все, очень рады. Необходимость в строительстве остановочного павильона была и в Мариинско-Посадском районе. Здесь, на автомобильной дороге Волга-Мариинский Посад, близ деревни Шигаева, также построили новый остановочный павильон. Все было выполнено, установлены для удобства пешеходов, были сделаны переход, тротуары, подходы к павильонам, установлены дорожные знаки, дорожное ограждение для безопасности движения пешеходов. Как отмечают в республиканском Минтрансе, строительство остановочных пунктов существенно улучшает транспортную ситуацию на дороге, создает безопасные дорожные условия. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика.